В иврите есть два предлога, которые переводятся как «через», когда мы говорим про время. И это предлог «беод» и предлог «ахарей». «Ахарей» также переводится как предлог «спустя какое-то количество времени», ну, естественно, как обычный предлог в порядке вещей, когда мы говорим «за кем-то», «после кого-то». Но мы говорим сейчас про время. Но где и когда мы используем «беод» и где мы используем «ахарей»? Когда речь идет о настоящем времени и будущем, то мы чаще используем предлог «беод» через. Например, я говорю «я вернусь через 5 минут», а не «эхзор» «беод хамешдакот». Иногда говорят в настоящем времени они «хозер» «од» просто еще «от хамешдакот» или «беод хамешдакот». Но когда речь идет о прошедшем времени, о прошедшем, когда, например, я говорю «я уехал полгода назад и вернулся через 2 месяца», то есть спустя 2 месяца, в этом случае мы должны использовать только и только предлог «ахарей». Например, «азавти лифней хаци шана вехазарти ахарей хочаим». Я покинул, уехал, оставил полгода назад и вернулся спустя или через 2 месяца. В будущем времени мы можем использовать тоже «ахарей», но это уже будет как спустя. «Вернись спустя неделю», «тахзор ахарей шавуа» или «беод».